Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Как статус появился, рассматривается заявка. На следующий же день отказ пришел по почте. Мы поехали сразу же туда. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Виталий, ну давайте не теряться, мы да, как бы здесь, и мы очень открыты для общения, на самом деле, да, потому что... Да-да-да, и как бы если... Что-то ну, простое там надо, там пишите вообще без проблем. Я-то вообще свободен, Варя занята больше частью, а я, можно сказать, страдаю безделье. Мужчины отдыхают, да. Ладно, да, ну вот, хорошо. Виталий, желаю вам всего хорошего, удачи. Вам тоже удачи. Рады были встретиться. Спасибо большое, до свидания. Пока. Вот такая неожиданная встреча у нас состоялась сегодня с нашими зрителями. Обидно, что... отказали в получении комета, но встреча все равно была радостная. Да, встреча была очень приятная, очень неожиданная. Мы шли там, ой, ребята, привет. Кто это вообще? Ну такие, ну ладно, мы еще не очень много людей знаем. Но действительно было очень чрезвычайно приятно. А, к сожалению, да, ребята мне дали визу. Я не могу пока прокомментировать, почему. Я не знаю подробностей, не знаю деталей. А, но в любом случае, люди нас смотрят как-то... поддерживают, это очень приятно, и в какой-то веке почувствовали себя знаменитостями. Ну, такие, на минималках. На минималках, да, такие маленькие знаменитости. Как у меня был один знакомый, всемирно неизвестный режиссер. Ну вот мы... Примерно так же. Примерно так же, да. Маленькие новости из Стамбула о том, как протекает весна. Что изменилось, что нового. Самое главное событие этой недели. Наконец-таки вышел фильм, великолепный проект Пабло Продана. Фильм о волнах эмиграции в Стамбул. Документальный фильм, значит, снятый буквально вот по свежим следам. Скажу отдельно, что подобные проекты выходили, что-то подобное выпускал Лядов, что-то подобное выпускал Варламов, но у нас, вернее, не у нас, а у Павла, это именно фильм, это именно документалка с судьбами, с эмоциями. Мы сейчас поместим ссылочку под видео, проходите, посмотрите, оцените. Фильм великолепный, на самом деле очень хороший. Учитывая обстоятельства, при которых он был снят, скорость проекта и все остальное, на мой взгляд, получилось просто великолепно. Сейчас очень многие люди подаются на ВНЖ в Турции. Мы делали по этому поводу целый плейлист, все очень подробно объясняли. Значит, сейчас хочется еще раз отдельно подчеркнуть. Друзья, когда вы подаетесь на туристический ВНЖ, не забывайте такую вещь, что вы туристы. Вы не работаете в Турции. Не надо нести выписки со счетов, справки с работы, переводить кучу ненужных документов, потому что местные власти этого не понимают. То есть они не понимают, как человек может там вот работать удаленно. В Турции это не особо принято. Значит, они не понимают, что у вас какой-то там доход с России. То есть как турист, вы приехали сюда на год отдохнуть. И у вас есть накопленные деньги. В анкете есть такой пункт. Вы живете с накоплением. Отмечайте этот пункт и говорите, что я накопил деньги и теперь желаю посетить Турцию. Также хочется еще отметить то, что сейчас к списку документов придается некая анкета. Она, значит, на турецком языке.
И называется она как некий туристический план посещения, значит, городов или достопримечательностей Турции. Значит, вот эту анкету нужно заполнить на турецком и сделать это желательно подробно. То есть посидите с переводчиком, посмотрите города, какие есть достопримечательности, пишите как можно больше галиматьи. Я знаю людей, которые писали, что они собираются ходить по Ликийской тропе. Я знаю людей, которые писали, что они собираются провести там месяц в Анкаре, месяц в Бурсе, еще вот что-то подобного от вас ждут. Вы как турист должны им рассказать, что вы типа знаете о Турции и что вас здесь интересует. Тогда это выглядит убедительнее. Одно из событий этой недели, значит, новости о том, что Турция запускает вот на сегодняшний момент одного дополнительного авиаоператора для России. Там будут выделены какие-то отдельные самолеты. На мой взгляд, это не очень хорошая новость, как мне кажется. Но на самом деле, когда такие вещи происходят, это, скорее всего, будет означать то, что цены вырастут. Возможно, этот туроператор будет заниматься исключительно чартерами. Возможно, он будет заниматься исключительно курортами. Но, как мне кажется, лучше бы они увеличили полетную сетку Пегасуса. Это турецкий лоукостер. Но пока что, к сожалению, таких новостей нету. Пегасус начал летать. Сейчас продаются билеты. Стоят они серьезно дешевле, чем Туркиши. Это нормальная авиакомпания. Хаб у них, конечно, в аэропорте Сабиха. Такой же аэропорт. Все то же самое. На сегодняшний момент, наверное, это самый дешевый способ добраться до Стамбула, до Турции. Ну, посмотрим, как будут развиваться события, потому что в конце этой недели были новости о том, что помимо вот того авиаоператора, о котором я упомянул, будет еще один авиаоператор. То есть еще две компании будут работать на перевозку туристов и пассажиров из России. Что будет с ценами, полетным расписанием и сеткой, посмотрим. Мне кажется, что это исключительно вещи, рассчитанные на туристов. Животрепещущий вопрос. Многие спрашивают, значит, как в Стамбуле снимать деньги, значит, в очередной раз. Значит, кое-что меняется, кое-что остается прежним. Значит, по-прежнему работают карты МИР. В Стамбуле можно снять лиры. Иногда кто-то снимает доллары, зависит от банка. Самый простой способ и, наверное, на самом деле самый выгодный на сегодняшний момент – это переводы «Золотой короны». Значит, как это делается? Еще раз. Скачиваете приложение «Золотая корона», отправляете сами себе перевод. Значит, ограничение по переводу 300 тысяч рублей в месяц из России и по приему 100 тысяч долларов в месяц в Турции. То есть отправите можете 300 тысяч рублей, а получить 100 тысяч долларов. То есть разные люди вам могут отправить в совокупности 100 тысяч долларов. Значит, получение возможной лиры и доллары. Значит, что касаемо удобства и, так сказать, наличия этих переводов, то есть наличия денег фактически. Иногда возникают вопросы, иногда есть сложности, значит, не получить деньги, многие пишут. Ребят, значит, если у вас сумма неординарная, ну, то есть, скажем так, выше 1000 долларов, желательно оговаривать о том, что звонить, предупреждать или заходить заранее, сказать, что вот у меня там есть перевод, и, соответственно, с ребятами в конторе договориться о том, что вы придете и хотите получить этот перевод. Бывает так, что выдают сразу, бывает так, что там есть задержка день-два. Но в целом эта схема работает 100%, значит, ей можно пользоваться, ну, либо карта МИР. То есть карта МИР, все знают, уже говорилось, переговорилось 100 раз. Значит, некоторые банки в Турции, их, по-моему, 3 на сегодняшний момент, они принимают карту МИР. Платить карты МИР здесь нельзя, вернее, можно, но в редчайших случаях, то есть рассчитывать на это не стоит. Вы снимаете наличку. Отдельно хотелось бы очень приятно добавить то, что среди наших знакомых в нашей группе у нас подались на ВНЖ 6 человек. Все 6 человек получили ВНЖ, были одобрены. К сожалению, у нас есть знакомые, кому не одобрили. Я, если честно, не знаю деталей, но в основном статистика, конечно, говорит в пользу того, что люди оформляют ВНЖ, люди приезжают. Все, что мы описывали в наших видео, все правда, и все это работает, то есть на сегодняшний момент. Ребята, отдельная просьба, не усложняйте себе и местной полиции жизнь. То есть подавайте только те документы, которые указаны в официальном списке.
не доносить. Если им что-то потребуется, вы донесете, у вас будет время донести документы. Но первоначально только тот минимум, который указан. Не надо самодеятельности. Ну и, конечно, мы реально порадовались за наших друзей. То есть ребята сняли жилье, получили визы, сейчас налаживают свою жизнь. Это невероятно приятно видеть и чувствовать то, что люди обживаются. Возможно, это куски новой России, которая будет строиться пока что здесь. Для меня это очень важно, по крайней мере. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. По-моему, у меня вся рота в мороженом. Да нет, нормально. Решили заглянуть в магазин, купить печеночки куриные. Тут такие шикарные мясные ряды в моде. Конечно, дорогие, конечно, магазины, в центрах города, туристы. Но зато в воскресенье тут есть печеночка. Мы ее купим. Смотрите, какие тут всяческие мясные деликатесы. Мозги, почки, желудок. Смотрите, какая красота. Кстати, что особо ценно, тут продается говяжий язык. Не везде можно достать. Господа, еще хотели отметить, в Турции сейчас весной, сейчас сезон. Пошел эрик. Ваечка, как правильно сказать? Эрик. Это зеленая слива. Кушать можно прямо так, можно с солью, можно засолить, можно засахарить. Но, слушайте, очень необычный вкус, очень классная вещь. На самом деле, все, кто в Турции, покупайте, не стесняйтесь. Это сезонная штучка, на самом деле. Выглядит он вот так. Сейчас покажу вам.